согласились с победой. Вот какой краткий комментарий по сегодняшней игре? Но даже нервы где-то вначале были, да, потому что плей-офф, тем более у нас у молодых. Но, в принципе, быстро вошли в игру, я считаю, там, когда ты пару силовых делаешь, ты уже увереннее себя намного чувствуешь. И, в принципе, хорошо сработали в большинстве, да, хорошо, что забили. И надо, конечно, побыстрее забывать, да, исправлять ошибки и готовиться к послезавтрашней игре. Первая ваша плей-офф КХЛ, это то, что ожидали, получили, или это другие? Ну, конечно, есть что-то новое, да, например, то, что судьи дают играть, в принципе, да, многое прощают, да, то есть дают играть. Вот, а в остальном, конечно, быстрый, жесткий хоккей, да, он таким и должен быть в плей-офф. Были готовы к тому, что Витязь разберет на вашу тройку, потому что максимально жестко стараетесь начать играть именно против вашей тройки? Ну, сейчас все команды, в принципе, всех знают, да, и всех разбирают, это нормально. Ну, да, жестко, но ничем, я думаю, будет все нормально. У вас было первое большинство в плей-офф, да, в этом матче. Вас готовили то, что именно ваши бригады будут наигрывать, и уже счет просто? Ну, на тренировках, конечно, мы наигрываем большинство, да, готовимся в любой момент, то есть готовы. Чем объясните это преображение Марченко, который сегодня так ярко сыграл? Ну, и работы, ну и партнеры у него хорошие, конечно. А на самом деле пока не могу дать никакой информации по этому поводу. А чем объясните преображение вашего втором периода, либо это Витязь, может быть, так просел? Наверное, мы просто смены опять наложили, да, катали их в твоей зоне, и, в принципе, бросковая агрессия присутствовала, и поэтому практически в своей зоне не играли.